Незрячий с рождения Степан Гончаренко увлекается музыкой, сколько себя помнит. Сначала был любителем, сегодня – заслуженный работник культуры Крыма. Узнав о фестивале духовно-нравственной и патриотической песни, в стороне не остался. Спел в поддержку инвалидов по зрению. Для меня большая радость участвовать в этом мероприятии. Вот. Тем более, что оно несет такую тематику в себе, православную, да? Вот. Собственно, и произведения такие, и настрой, естественно, светлый. Таких, как Степан, на фестивале 60 человек. «И свет во тьме светит, и тьма не объяла его». Строки из Священного Писания стали лозунгом не только самого торжества, но и жизненным девизом этих уникальных людей. Фестиваль этот организован как миссионерское деяние, как миссионерская проповедь. Проповедь в первую очередь о Христе. Свет во тьме светит. А также для того, чтобы объединить тех людей, которые верят во Христа, тех людей, которые доверяют Ему свою судьбу. Бахчисарай, Севастополь, Симферополь, Керчь и Ялта. Трудности, связанные с переездом, не остановили артистов из разных уголков Крыма. Исполнили душевные авторские и классические композиции вместе. Не опуская рук, с молитвой, с песней по жизни, эти люди делятся своей историей и умеют видеть душой. Очень хотелось бы, конечно, чтобы общественные организации, наши правящие круги знали о том, что есть такое общество слепых, и в нем есть одаренные люди, которые несут положительный вклад в наше общество. Все здесь как одна большая семья. За призовые места не боролись, ведь эти люди уже победители. Несмотря на то, что фестиваль проводится впервые, желающих принять в нем участие оказалось настолько много, что было принято решение разделить его на два этапа. Первый – песенный, второй – поэтический. Он запланирован на лето. Также в планах у организаторов проводить фестиваль на региональном уровне. Наталья Жадько, Руслан Хохлов. Утро нового дня.